Здравствуйте, друзья. Говорят, тут пожары в Северной Калифорнии. А я же не знаю, я там в Санта-Крус. И тут вот сейчас приехал в Саннивейл. Тоже ни запаха, ничего такого нет. Ну, а мне человек написал там, какое-то видео прислал, что говорит, правда. И я пошел новости смотреть. Ну, в смысле, так, в интернете. Давайте я поверну вам камеру, значит, вот, чтобы вы видели то же самое, что вижу я. Ну, там какой-то закатец, да, там какие-то облака, да, ну вот, что-то такое красненькое, вы скажете, вот там красненькое, это зарево, нет, там солнышко садится, а его хорошо видно, вот местами, вот, может быть, вам сейчас было видно краешек, солнышко, там садится солнышко, вот, год назад горело, и у нас тут, в общем-то, даже и так... Ну, не могу сказать, что дым сильно был, но был. И даже на автомобилях так немножко высаживался пепел. Чуток. Ну, совсем незначительно, поскольку все это горит достаточно далеко, если горит. И только ветром что-нибудь такое приносится. То есть тут рядышком нечем угореть, в принципе. Просто нет таких лесных массивов там и так далее, чтобы там действительно что-то такое горело. Вот, но... Пишут, что сейчас где-то вот на 10 градусов Цельсия жарче, чем обычно. И мне это так странно, потому что я мерз в Санта-Крус вот тут. Но все-таки это 40 минут и за холмом, да, там за перевалом. Вот, на 10 градусов жарче. Это на север от Сан-Франциско и там в горы тоже. Ну, в общем, там у них вот жарко. Обычно горит, конечно, в Южной Калифорнии. Там каждый год горит. Нет такого года, чтобы в Южной Калифорнии не было пожаров в это время. И так, еще когда летишь на самолете, тоже там здорово видно, там внизу что-то горит. То есть это как бы, можно сказать, обычное дело. У нас горит очень редко. Ну, очень. Но в данном случае вот уже мы видим два года подряд, как бы, да, в прошлом году и в этом. В Санта-Роза пострадала, это удивительное место, красивое. Я снимал, кстати, в Санта-Розе немножко, но если вы поищите у нас на канале на Санта-Роза, вы увидите, может быть, лет 5 назад я там снимал. Мы со Светой ехали на пару недель в такой веганский санаторий. Гуляли, там положено было гулять по городу, вот мы там гуляли по городу, по кладбищу, там еще что-то, вот там совершенно замечательные снимки, ну не снимки, сюжеты мы там снимали, очень красиво, очень. И я очень люблю Санта-Розу, вот она пострадала. Ну что делать? В общем, если что-то будет на эту тему, то я тогда буду вас держать в курсе, хотя я думаю, что кроме меня полно народу, которые вас могли бы держать в курсе. Я вижу кадры, как Сан-Франциско там в дыму, и там еще зарево какое-то там, откуда-то где-то в горах. Но у нас тут ничего такого не просматривается. То, что вы видите, просто солнышко там дальше, в сторону горизонта. Вот, буду держать в курсе. Я специально не поеду в Сан-Франциско, чтобы там снимать дым. И на север от Сан-Франциско туда, где пожарники стоят, тоже не поеду. Это как бы дело не наше, вот, не блогерское. Ну, во всяком случае, что можем, то покажем. Вот я подумал, вам, может, интересно будет посмотреть на солнышко. Это не пожар, друзья, нет, просто солнышко там садится. Так, как бы, завершающие кадры. Садится солнышко, вид хороший, я думаю, ну, как не снять, в конце концов. Что же нам только о грустных пожарах. Вот давайте на солнышко хорошее посмотрим, как оно садится. А я еду, вы скажете, а что это ты, Миша, солнце садится, а ты на работу? Ну, меня не было несколько дней, у нас каникулы, надо почту посмотреть. Там мне ребята звонят, не пришла ли грин-карта. Ну, не звонят, в скайпе звонят. Вот, и я думаю, действительно, что же, как-то я сопереживаю. Думаю, ладно, надо заехать, проверить, как там. Вот, солнышко садится, почта проверяется, а мы с вами все никак не расстанемся. Но я, честно сказать, даже и рад. Что мне? Мне с вами хорошо. Все. И солнышко село, и к офису я подъехал. Теперь уж точно до свидания.